Меня зовут Рамиль Смаилов, я председатель молодежного крыла Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области, работаю учителем истории в школе номер 24 города Павлодар. Я горжусь тем, что я являюсь ровесником Конституции нашей страны. Так получилось, что я родился в 12 часов ночи 31 августа. И, наверное, с лет 15 я постоянно маме говорю: «Ма, ну ты что, не могла меня на день раньше родить? Я бы был уже полноправным, стопроцентным ровесником Конституции». Вообще для меня, как для учителя, как члена Ассамблеи народа Казахстана, очень гордо и символично, что я родился в такой знаковый момент, в момент принятия главного закона нашей страны. Будущее нации творится в аудиториях. И здесь, когда я работаю с моими учащимися старших классов, в основном я преподаю, я понимаю, что это будущие граждане нашей страны. И мне необходимо, как учителю, тем более я преподаю право, мне необходимо донести до них этот основной закон, воспитать их в духе нашего казахстанского патриотизма. Ведь наша Конституция, она достаточно уникальна. У нее есть очень много сильных сторон. И вот межэтническое общественное согласие – это достаточно очень сильная сторона, которая показывает всем нашим гражданам, показывает всему миру, что мы – единый народ Казахстана. Народ, сплоченный единой судьбой. Меня зовут Юлаев Тимур. Это моя родина. Я здесь вырос. Учился с 1 по 11 класс, закончил. Потом поступил в медицинский. Родители мои здесь родились, бабушка, дедушка. И так получилось, что вследствие депортации их выселили сюда в 44-м году. Тут они остались, обосновались. По национальности я являюсь азербайджанцем. История моей семьи тесно связана с историей нашего города, нашей страны. Мой дедушка Махмудов Джафар Джафарович являлся руководителем трамвайного управления города Павлодар с 1973 года по 2003 год. На данный момент мой отец возглавляет данное предприятие. В этом предприятии также работает мой дядя. Все они с раннего детства были связаны с этим предприятием. На данный момент обучаюсь в Тараберовском университете по специальности электроэнергетика. В будущем я вижу себя тоже в данном предприятии. Меня зовут Шеренер Виктория. Я родилась в Казахстане, в городе Павлодар. Я учусь в университете и работаю педагогом по актерскому мастерству для деток. Я немка, но являюсь лидером славянского этнокультурного объединения, что немного парадоксально звучит. Но это возможно, и это классно, что у нас есть возможность, несмотря на свою национальность, быть тем, кем мы захотим. Да, я люблю историю своего родного, скажем так, своей родной нации, но при этом я также люблю историю славян, я люблю историю казахского народа. Благодаря нашей Конституции мы, молодежь, да и в принципе все граждане нашей страны, имеют возможность развиваться, добиваться успехов, обучаться. Нужно понимать, что благодаря нашим правам, благодаря всему тому, что когда-то было написано в Конституции, всему тому, что какие ценности были заложены в нашу Конституцию, мы имеем возможность, ну, свободно передвигаться, да, вот если элементарно брать. Мы имеем право на свободу, право на жизнь, право на работу, образование, здравоохранение. И вроде бы это все наше повседневное, но это все прописано в Конституции. И необходимо понимать, что знание наших прав, понимание, адекватное понимание наших обязанностей и их исполнения, они приведут наше общество к систематическому, к устойчивому развитию. Ведь действительно наш многонациональный народ Казахстана – единая команда. Первый раз я учился на зубного техника. Поработав 2-3 года, решил дальше обучаться, развиваться. Закончил на дантиста. Вот сейчас работаю здесь. Здорово, что у нас в Казахстане, вне в зависимости какой-то национальности, какой-то вероисповедания, ты можешь учиться, обучаться, получать образование, работать, развиваться дальше, заниматься любимым делом. На данный момент я уделяю огромное внимание на саморазвитие, на учебу.
чтобы в дальнейшем приносить только пользу нашей стране и нашему городу. Ни для кого не секрет, что трамвай является визитной карточкой нашего города. Трамваи действительно делают наш город особенным, выделяется среди всех регионов. Поэтому лично для меня я хочу оправдать доверие своего дедушки и своего отца. Я хочу быть достойным представителем нашей династии. Для меня это огромная ответственность. Если сравнивать молодость моего дедушки и нашу современную молодость, то моему дедушке было гораздо сложнее в моем возрасте самореализоваться, чем мне сейчас. И это классно, что наша Конституция дает возможность быть тем, кем мы захотим. Она, наоборот, помогает нам в этом и продвигает нас в этом. Если мы внимательно изучим нашу Конституцию, то мы можем смело сказать, что Конституция является гарантом межэтнического и общественного согласия. В Ассамблее мы проводим большую работу по воспитанию молодежи в духе казахстанского патриотизма, в духе правовой культуры. И Конституция – это основа, это базис той правовой культуры, которую необходимо соблюдать нашей молодежи. Я также являюсь лидером молодежного крыла члена ингушской диаспоры, можно сказать, с марта этого года. Путем соглашения наших старших, молодежи, выбрали меня. Вот, это, как сказать, ответственность такая. Я каждому делу, каждому заданию, мероприятию отношусь очень строго, так как на меня возложили надежды. Я являюсь лидером молодежи Азербайджанского этнокультурного центра «Ватан». Мы принимаем огромное участие в социальных, также праздничных мероприятиях. У нас в этнокультурном объединении входят не только азербайджанцы, также бывают, к нам входят и русские, и казахи. То есть мы живем в огромной дружной стране, где каждый друг другу брат, поэтому нет ничего такого, чтобы человек другой национальности бы ходил к другим этнокультурным объединениям, дабы познать чудо-культуру. У нас это можно абсолютно спокойно. Будучи ингушом, мы чтим свои традиции и обычаи, но, живя в Казахстане, мы также уважаем и чтим традиции казахов, также их изучаем, кто проявляет интерес тоже, так же, как и в нашей, в нашем центре, также интересуемся. Изучаем, нам это, конечно, интересно. Даже у нас в языке есть некоторые сходства, похожие слова. Допустим, на казахском «тус» – это соль, на нашем «тух» – соль. Там «маймул» – обезьяна, на нашем «меймул» – обезьяна. Ну, есть какие-то слова у нас все равно похожие. Свободное от работы и учебы время я учусь все еще. И учу танцы. И одним из самых любимых, честно-честно, является казахский танец. Потому что танец – это отражение истории и культуры самого народа. И когда я танцую казахский танец, я показываю эту историю. Я слышу мелодию, и я слышу эту историю. Все, готовы? Нет. Мальчики стоят. Девочки стоят во второй линии, мальчики в третьей линии. Мальчики в промежутках между девочками. Понятно? Соблюдайте промежутки, пожалуйста, все. Давайте сделаем так. Девочки шаг в сторону, а мальчики шаг назад. Прокрутка. Встали. Мальчики, естественно, без прокруток. У вас просто раз, ладошки. Одна смотрит наверх, вторая смотрит на зрителя. Руки разводим через сторону, то есть раз и два. Да, у вас то же самое, ничего не меняется. Вот у вас руки наверху, вы делаете раз, два. Поехали. И раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пам, и тоже встали.
И я рада, что у меня есть знакомые, которые танцуют казахский танец, несмотря на то, что казахами они не являются. Я рада, что у меня есть друзья казахи, и что в Доме дружбы 24 объединения, этнокультурных объединений, и в каждом из них у меня есть друг, человек, к которому я могу обратиться за помощью, помочь в каком-то танце. Лично для нас, для азербайджанцев, очень близки казахские народные традиции, являясь друг для друга тюрками. У нас тесно связана и история, также и наши традиции очень тесно связаны. У нас вместе с казахским народом есть общий праздник Наурыз. У нас на азербайджанском языке называется Новруз Байрамы. Мы вместе с казахским народом вместе празднуем бок о бок этот праздник. Также мы со своей семьей, не только наша семья, но еще другие народы Казахстана, все народы Казахстана отмечают День Конституции, День независимости Казахстана. Ведь для нас всех это очень важный праздник. Это не просто даты, для нас всех это важные исторические события, это история нового Казахстана. Поэтому для нас мы должны ценить то, что нам дается. Мы живем все дружно, бок о бок. Никто, каждый друг другу считается братом. Не будет разницы, кто ты по национальности. Я тут родился, тут у меня все друзья с детства, с кем я учился, с кем я по жизни иду, коллеги мои. Где я живу, хочу дальше здесь жить, развиваться. Когда я начинаю любой классный час, начинаю урок, связанный с правовой темой, я всегда говорю, что самым первым вздохом мы получаем право на жизнь. Знание прав, правильное, экологичное знание прав, особенно у детей, оно воспитывает у них и чувство ответственности. Если, извините меня, будет человек, который знает только свои права и не понимает, что у него есть какие-то обязанности, есть ответственность, то мы не вырастим того полноценного гражданина, какую цель мы ставим перед собой. Конституция может быть очень интересной, и мы это стараемся делать. В нашей Конституции 9 глав, 98 статей, и красной нитью в нашей Конституции проходит тема прав и свобод человека. Если брать конкретные примеры, я всегда говорю моим учащимся так. Там, где начинаются права других, там заканчиваются мои права. Конституции 26 лет, независимости 30 лет, и я росла уже на новой Конституции. Я впитывала в себя законы, я впитывала в себя понимание. И именно поэтому сейчас свободно могу заниматься тем, чем хочу. Когда наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выдвигает принцип «безбергемос» – «мы вместе, мы едины», несмотря на национальность, несмотря на цвет кожи, разрез глаз, социальное положение, там, уровень образования – мы все единый народ Казахстана. И это сказано в нашей Конституции. Понимание основ Конституции, ее нравственных ценностей обеспечит устойчивое развитие казахстанского общества. Я горжусь тем, что могу помогать людям, тружусь, можно сказать, на благо Родины. Люди приходят с проблемами, а когда ты их решаешь, и они тебе благодарят, это вдвойне приятно. И хочу в дальнейшем так постоянно работать, радовать людей красивыми улыбками. Вот. Люблю свой Казахстан. Для меня мой Казахстан – это выбор. Это иметь возможность быть тем, кем я захочу, будь то учитель, врач или еще кто-то. Для меня мой Казахстан – это иметь возможность выбирать путь, по которому я хочу пойти, и это классно. Для меня мой Казахстан – это родные бескрайние степи, красивые виды, любимый город. Куда бы ты ни уехал, тебя всегда будет тянуть обратно. Для меня Казахстан – это мой дом, это моя семья, это мои друзья, это мои коллеги, это все те, с кем я вместе работаю. Казахстан – это наше все.